В Японии впервые после аварии на АЭС Фукусима снова запущена атомная электростанция. Возобновлена работа энергоблока ОИ в провинции Фукуи. Рядом с ним собрались несколько десятков протестующих, требовавших отказа от атомной энергетики. После аварии на АЭС Фукусима-1 в марте 2011 года в стране были постепенно остановлены все работавшие реакторы. Однако власти решили возобновить работу АЭС, заявив, что в противном случае в Японии возникнет дефицит электроэнергии.